В Рассказово началась подготовка к 9 мая. Ежегодно в День Победы миллионы людей по всему миру выходят на пеший марш с фотографиями своих родственников и знакомых, которые сражались за право быть свободными и независимыми от фашистской Германии. Бессмертный полк – это прежде всего гражданская инициатива. Ежегодно количество участников этой патриотической акции возрастает в сотни раз. Люди помнят подвиг солдат, которые сражались за наше будущее. И ежегодно 9 мая они воздают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участие может принять вообще совершенно любой житель или гость нашего города. Для участия необходимо подготовить фотографию, родственника или знакомого, который участвовал в Великой Отечественной войне, и прийти заблаговременно до начала митинга на центральную площадь города 9 мая. Данный штендер могут взять в администрацию города Рассказово, кабинет номер 33-34, совершенно бесплатно. И за более подробную информацию можно позвонить по телефону 22-8-41, отдел культуры. В 2017 году вслед за Россией на улицы вышли жители еще 80 городов со всего мира. Главной целью акции является сохранение в каждой семье памяти о войнах Великой Отечественной войны. Эта инициатива полностью исходит от родственников погибших фронтовиков, и участие в этой акции памяти является добровольным и абсолютно бесплатным. Ольга Жукова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказово.